в принципе, хорошая игра в исполнении команды. И что очень порадовало, не была она разбита на отрезки. То есть на протяжении всего матча могу сказать, что контролировали ход игры. И это очень порадовало. Ну, плюс реализация, которая сегодня не подвела. Коллеги, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Есть возможность. Спасибо. Нет, спасибо. Есть мнение, что Ростову нужен вратарь, есть некая вратарская проблема. Согласны ли вы с этим утверждением, или Ростову там не нужен, например, второй вратарь или первый? Сегодня были слухи якобы о Луневе, то, что он мог перейти. Не знаю, по поводу Лунева первый раз слышу, по поводу Писякова. Он, скажите мне, за сколько мы игр сыграли уже? Пять. Плюс, это в чемпионате. Плюс в кубке, где Писяков нас не выручил, так скажем. Ну и все. Да, да, была ошибка в игре с Самарой, по-моему. В Самаре. Четвертый был. Выпустил из рук. Ну там и защитники не доработали. Надо и защитников со всех мнений. Вопрос такой. Неудачная игра именно на выезде в этом сезоне. Скажите, это те проблемы с логистикой, о которых, кстати, говорили, что в следующем сезоне будет хуже, это в мае, по-моему, или это просто вот совпадение? Нет, не думаю, что связано с логистикой, тем более прошлый год показал как раз наоборот. Мы, по-моему, на выезде играли даже результаты, во всяком случае, добывали даже лучше или такие же, как дома. Так что, опять же, это поле, жарко, логистика, все от маски. Спасибо. Есть еще вопрос? Можно один? Да, конечно. Не по игре. Смотри, какой. Как тренеру сборной России, в том числе, и легенде Реал Соседада. Сегодня вот во время игры Реал Соседада официально объявил о переходе Захаряна. Скажите, как вы считаете, подходит ли команда ему стилистически или нет? Подходит или не подходит, это мы посмотрим по прошествии времени. Что значит стилистически подходит или не подходит. Испанский футбол подходит любому хорошему футболисту. Ну, или даже не испанский. Я думаю, что как раз Захарян в Англии, например, было бы сложнее, чем в Испании. Так что ему удачи, и дай бог, чтобы у него все сложилось. А именно команду, вот, как оцените выбор? Это хороший выбор или... Это то же самое, когда меня спрашивают, вы оцените соперника сборной России. Выбор какой-то у Захаряна прям огромный выбор был. Я не знаю. Испанский чемпионат команды, тем более сейчас нынешние последние года, находится наверху, почему нет? Да даже если бы она не находилась наверху. Конечно, хороший. Сейчас для нас любой там, европейский клуб из топ-5, я думаю, что это хороший вариант. Спасибо.